Вадим, комментарий сегодняшней игры. Ну, хорошая, тяжелая игра получилась. Хороший соперник. Хорошо, что выиграли. Соперник 5 периодов провел на 0. И хорошо, что получилось распечатать их вратаря и довести до победы. Как смог увидеть такой случай эту шайбу, которую ты забросил? Просто подъехал туда, шайба лежала. Ударил по ней, залетела. Ну, там же борьба была, что так просто было. Забил гол и ладно, как бы, без разницы, как она, просто тяжело она досталась. Главное, гол. Ну, когда шайба побывала в пустых воротах, ваши ощущения после того, как ее отменили? Не слышал. Когда шайба побывала в пустых воротах, и ваши ощущения, когда ее отменили? Ну, конечно, расстроился, потому что 3-1 уже намного легче. Видели, что соперник мог сравнять, когда вратаря снял второй раз.